Долгожданная победа в шестом туре турнира «Олимп» первенства ФНЛ. Ивановский текстильщик одержал победу со счетом 2-1. Соперником подопечных Дениса Бояринцева стала команда «Нефтехимик» из Нижнекамска. Матч состоялся в Казани на стадионе «Рубин». Красно-черные распечатали ворота «Нефтехимика» во втором тайме. Гол забил Александр Радченко. Всего через 3 минуты хозяева сравняли счет. Однако текстильщик сумел завоевать 3 очка благодаря точному удару Евгения Маричева на 82-й минуте матча. Ивановцы сохранили преимущество до конца игры. Теперь наша команда поднялась с последней 20-й строчки турнирной таблицы на 18-ю, а Евгений Маричев попал в десятку лучших бомбардиров.